Подползаем, подползаем. Параллельно въезду в бокс, пока зеркало не дойдет до центра нашего въезда. И крутой поворот влево, и смотрите в свое правое зеркало, не торопясь. Поехали, поехали. Смотрите в правое зеркало. Вот левая вешка скрывается за машиной. Сейчас вы это увидели, да? Вот она скрывается. Еще не скрылась, да? Или скрылась уже? Нет, вот все. Вот скрылась. Вот целый бокс у вас в левом, в правом вашем зеркале. Еще двигаемся, двигаемся. И вот правая, как только появилась толстая красная правая вешка, вот въезд в бокс. Чуть-чуть вперед, еще 10 сантиметров буквально, и круто вправо. Сцепление до упора, вот и отличненько. А теперь двигаемся назад. Вам видно правый, да, край? Угу. Отличненько. Подвигаем, подвигаем ручку задней двери ближе, ближе к въезду, а это многовато. Сейчас мы наедем на этот въезд, чуть влево руль. Двигаемся, все в движении, влево, влево, влево руль. Немножечко освобождаем место между собой боксом. Подъехала ручка задней двери, да? И круто вправо. Круче, 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 круче. Вот вокруг этой вешки объезжает, колесом объезжает. Вот она, стенка бокса. Вот она. И уже пора параллельно выравнивать. Двигаемся, двигаемся. Круче влево, круче, да покруче влево. А то в стенку правую въедет. Вот, и удерживаем, удерживаем, чуть-чуть руль вправо, удерживаем эту параллельность сцепления. Нет-нет, еще чуть, заползаем, заползаем. И последнее, на что вы обратите внимание, должны на ее нос. Нос должен стоять перпендикулярно этим воротам. Сцепление тормоз до упора, нейтральный ручной тормоз. И очень хорошо видно, что вешки стоят у углов машины, да? Да. Отличненько, заехали.